волнует бизнес и как оперативно разрешить проблемы с надзорными органами. Это и многое другое предприниматели обсудили на встрече с новым химкинским прокурором. Цель – наладить взаимодействие между прокуратурой и представителями общественных организаций, работающих с субъектами малыми и среднего предпринимательства. С какими трудностями сталкиваются предприниматели? Хотелось бы от вас услышать и также определить порядок нашего дальнейшего взаимодействия. Этот порядок должен быть эффективным, вплоть до ручного режима, что называется. У нас создана рабочая группа и создана горячая линия в прокуратуре. Получить информационную поддержку и практическую помощь предприниматели могут на горячей линии областной прокуратуры, телефон, который вы видите на экране. А задать вопрос прокурору лично можно будет ежемесячно. На встречах будут присутствовать сотрудники администрации и надзорных органов для оперативного решения проблем. Это будут именно рассматриваться жалобы или там проблемы предпринимателей. Это будут проводиться ежеквартальные мероприятия, то есть тоже предприниматель будет собираться, где будет доноситься им новые изменения. Совещание провели по инициативе Союза Химкинской торгово-промышленной палаты и МГУ «Малый бизнес Химки», которые давно оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям.